Всем привет, друзья! Меня зовут Саша, это канал о вязании. Начинаю записывать свой новый влог. У нас сегодня понедельник. Значит, я единственная вернула свой привычный формат. У меня ребенок дома, поэтому, соответственно, снимаю только днем. И пока что ни в какое другое время. Значит, давайте расскажу, что я тут вязала за выходные, что связала и что, соответственно, начала. Так, значит, первый мой процесс – это вот эти вот носки. Это пряжа Лана Гросса Бамбу, Cotton Bamboo. По-моему, так она называется. В общем, здесь смесь всего-всего. Я подпишу на экране, что это за пряжа. В общем, короче, первый носочек у меня готов. Он смотрится, конечно, совсем коротышкой, но это на меня 37-38. Значит, мой любимый, один из любимых узоров, простецкий, но смотрится реально классно. Так, значит, и начала второй носочек. В общем-то, тут все по классике, я бы так сказала. Вот, мне нравится, что этот носок такой достаточно резиновая зина. Он хорошо растягивается. Ну и потом после стирки тоже хочу посмотреть, как, что, чего. Вот, ну и вот этот вот узор после стирки, он тоже разравнивается и становится более таким внятным. Вот, мне на самом деле очень нравится, я вот буквально недавно начала второй, и, соответственно, ну, на мой взгляд, вяжется чуть-чуть, так, секундочку, фокус, ку-ку. Короче, в общем-то, мне кажется, что вяжется как будто чуток медленнее, чем шерсть, но возможно, что мне просто так кажется, то есть я как будто каждую петельку немножечко, не то чтобы подтягиваю, но как будто бы за счет вот этой такой резиновой текстуры, как будто бы приходится чуть-чуть больше подтягивать, но возможно, что это просто мои какие-то эти заморочки. Так, значит, это первый процесс. Его откладываю, да, Ванину сумочку. А значит, поехали дальше. Я вам показывала пряжу ручного крошения, да, из магазина «Бери, вяжи», команда «Бери, вяжи», сами красят, да, в общем-то, и я начала тестировать. Я вам обещала, что я свяжу и поделюсь впечатлениями, да, но, естественно, сейчас будут только промежуточные впечатления и отзывы, да, потому что я еще только-только, в общем-то, на старте, можно так сказать. Так, один и получается второй. Так, значит, смотрите, давайте начнем вот с этого. Значит, я его, то есть сам моточек выглядит вот так, от темного к светлому. Значит, это регия, 4-нитка, 75 на 25, все как положено, 400, по-моему, метров на 100 грамм. Значит, в общем, я начала вязать, получается очень красиво, мне нравится прям такой чудесный, реально красивый переход, да, от темного к светлому, то есть сейчас вот вообще пойдет такой достаточно светлый, мне нравится, растяжка классная, вот так вот визуально это смотрится, ну, на самом деле очень классно, я вяжу на 2,25, уже в который раз реально я понимаю, что спицы Чиагу для меня носочные, неразъемные, это, наверное, самые лучшие вообще спицы, которые только можно придумать, по ним все скользит, ничего нигде не цепляется, как-то все летит, ну, короче, мне прям очень нравится. В общем, что могу сказать, тактильно мне нравится, я люблю, в принципе, регию, да, она такая шерстистая немножечко, ну, не то чтобы, как это сказать, колючая, но шерстистая. В общем, единственное, что сразу могу сказать, да, возможно, что только с этим цветом, я пока еще не поняла, но, в общем, красит пряжа. Пряжа красит руки, причем так конкретно у меня вчера, если я не удалила, я вам вставляю фотографии. В общем, я еле-еле отмыла, но опять же, да, то есть, как бы, если бы это был не обзор, да, и мне не было бы интересно, я бы уже плюнула, в общем-то, но мне даже самой интересно связать носок, желательно пару, конечно же, я уже подумала, что можно вязать в перчатках, на самом-то деле, резиновых, именно взять резиновые перчатки, тоненькие эти, которые больничные, ну, медицинские, в смысле, и вязать в них, да, потому что, ну, реально, если бы у меня был белый маникюр, мне кажется, все, хана ему было бы. В общем, короче, красит пряжа, либо она не до конца выполоскана, либо слишком много красителя, но, опять же, это надо узнавать. Я написала в магазин, ну, в общем-то, они там уточняют, да, что пошло не так, и как бы все ли. Но просто я общалась с девочкой, которая вязала другие оттенки, и у нее пряжа не красит, поэтому я, ну, предварительно могу сделать вывод, что, скорее всего, либо просто вот эти вот моточки, либо этот цвет, да, такой. Ну, например, когда я сама крашу, я знаю, что, например, синие оттенки, они достаточно такие противные с точки зрения вымывания и с точки зрения выполаскивания, то есть они постоянно отдают свой пигмент, а если сильно много бухнуть краски, то потом можно ее и не выполоскать, то есть он будет постоянно как будто бы отдаваться. Вот, но визуально, конечно, это восторг, просто дикий восторг, поэтому буду смотреть и держать вас в курсе. Я надеюсь, что я за эту неделю эти две пары быстренько освежу, ну,
буду стараться, по крайней мере, и тогда вам все-все-все расскажу. Но визуально, конечно, я же говорю, что это просто восторг восторженный. Так, значит, это первый цвет, да, и что касается второго цвета, так, сейчас, чтобы мы тут не перепутали с вами эти самые счетчики рядов. Так, один уберу. Значит, вот второй, соответственно, то есть он выглядит вот таким вот образом целый, да? Ну вот я уже начала вязать. Это такой, я так понимаю, черный. И здесь до серого растяжка идет, ну, в смысле, до светлого молочного, ну, до серого, можно так сказать. В общем, она не красит, да? Хотя, казалось бы, вроде темный цвет, вроде бы, но нет, не красит. То есть я вчера специально очень-очень долго вымывала руки, вот, и на самом деле краска все равно до конца не отошла от предыдущей, да, то есть я сегодня пошла с утра в душ, мыла голову, пока там себя намыла, пока голову намыла, все-все-все, это все с пеной, и вот только после этого руки у меня стали, ну, действительно, как бы чистые, до этого были все равно какие-то налеты краски. Ну, в общем, короче, вот этот вот темный, он не красит. Да, ну, по крайней мере, вот на данном этапе не красит. И он, ну, вот так вот тоже симпатично ложится. Мне тоже нравится. Это одинаковая пряжа. Посмотрим, да, в процессе вязания, естественно, буду держать вас в курсе, потому что, ну, конечно, если пряжа красит, это значит, есть вопросики, да, по, ну, окраске, ополаскиванию и всего остальному. Но я пока что не говорю ничего плохого, да, то есть просто, ну, возможно, так совпало. Всяко бывает, да, даже и супер опытных мастеров и всех остальных. Так что будем с вами. Не обращайте внимания, это у меня ребенок проснулся и сидит как мышка, что его все слышат. Так, и давайте к новому моему процессу. Ну, в общем-то, вот так вот это чудо выглядит и так далее. Значит, сразу, да, давайте скажу, естественно, что я внутрянку не буду показывать, потому что там узоры, ну и насколько я понимаю, что это все авторские права, да, не очень хочется быть забаненной. Вот, в общем, вот такая вот книжка. Это Линка Нойман, значит, это ее свитеры, да, но все мы знаем, ну, в смысле, все мы знаем, кто вяжет лапопейсы, кто видел, значит, модели на обычных людях, в общем, здесь почти во всех, по-моему, моделях нет ростка, и они, ну, достаточно специфически вот здесь сидят в верхней части, поэтому, естественно, ну, как бы надо добавлять росток и для хорошей посадки. В общем, я пролистала эту книжку, да, и скомпоновала несколько жаккардов из этой книжки, потому что, ну, как бы, честно говоря, мне не очень хотелось тратить время на подбор узора из интернета, потому что куча-куча всякого-всякого, да, я хотела взять именно то, что уже как бы посчитано, рассчитано, и мне просто потом вписать в кокетку. В общем, короче, я думаю, что вы видите, что у меня тут закладочки, значит, это вот все, что было под рукой, и, соответственно, вот здесь вот. В общем, я выбрала несколько узоров, их заложила, и, соответственно, потом по итогу выбирала. Вот, на самом деле, книжка, я не могу сказать, что это просто настольная книга вязальщицы, но вот для вдохновения, для узоров, для еще чего-то, вполне себе очень-очень хорошо. И сразу видно, да, как получаются те или иные жаккарды, как можно скомпоновать по цвету и так далее и тому подобное. В принципе, могу рекомендовать. Так, значит, вот таким образом. Давайте вот так вот выглядит, значит, пряжа. Но здесь еще не хватает двух моточков, да, других оттенков. Черный такой графитовый, дропсовский, и чуть-чуть светлее от Лана Гросса. Но не суть, в общем, вот так вот это выглядит. Так, и на данном этапе, значит, так, вот так это получается, да? Соответственно, вот здесь вот эта передняя часть. Так, где тут она у меня? Так. Значит, вот здесь вот передняя часть. Ну, естественно, потому что спицы у меня короткие, на длинных я не очень люблю вязать жаккард. В общем, вот так вот это выглядит, да, можно вот так вот вам показать. В общем, пока на данном этапе у меня отвязан вот такой вот жаккард. Мне, если честно, дико нравится, просто невероятно. В общем, здесь вы видите, да, три цвета у меня уже, значит, намешано. Ну и, соответственно, дальше я сейчас вот делала еще блок прибавок и, соответственно, буду выходить на следующий жаккард. С одной стороны, вроде хочется чего-то суперсложного, с другой стороны, не хочется, наоборот, ничего сложного, хочется чего-то попроще. В общем, поэтому я выбрала сверху вот такой вот, ну, относительно простой, вот, но мне кажется, он очень классно смотрится, плюс в этом сочетании цветов это просто огонь, пушка, бомба. Значит, у меня заканчивается вот первый моточек, это вот эта пряжа Air, да, Infinity Design, ну и, соответственно, то есть я сейчас, скорее всего, плавненько хочу переходить к коричневому цвету, да, коричневый с белым, и, скорее всего, будет, типа,
вот этим цветом серединки, да, не знаю, буду ли я повторять тот же самый узор, короче, я по ходу дела, да, еще и узор смотрю. Значит, вот так вот выглядит изнанка, да, я просто не буду, блин, у меня уже, конечно же, слетели петли, сейчас, одну секунду, хорошо, что здесь не жаккард. В общем, в очередной раз я убедилась, что я не очень люблю прямо вязать жаккард, то есть для меня это не, знаете, медитация просто вообще отвал башки, то есть это скорее просто надо связать для того, чтобы получить классный, красивый итог. В общем, вот такая. Вот здесь есть достаточно большие протяжки, но так как это такая пряжа альпака, да, она потом все это дело подваляется, то есть я по поводу этого даже не парюсь и так далее. Плюс я все-таки люблю, когда это жаккард с протяжками, для того, чтобы он мог спокойно растягиваться, да, и не было никаких там пережимок, ну, вы поняли, да. Вот, значит, основное полотно я вяжу на 4,5, жаккард я вяжу на этот самый, на 5. В общем, да, вот такая вот красота, мне реально очень нравится, просто невероятно, уже жду скорее окончания этой работы. В общем-то, вот такая вот красота. Единственное, что по поводу графита я как-то сомневаюсь. У меня есть ощущение, что графит может это все дело, знаете, сильно как-то утемнить, и это будет не нежнятина, а, ну, что-то такое себе. Но, опять же, посмотрим, возможно, что где-то я и добавлю, а возможно, что и не буду добавлять. В общем, ну, это, конечно, будет такая достаточно шуба-дуба. Вот так вот я сейчас щупаю, где жаккард, он, конечно, ну, реально очень теплый. Но, с другой стороны, такой свитер, да, не помешает вообще, в принципе, в хозяйстве, куда-то в поездку, да и в целом, да, у нас иногда такая погода бывает, даже весной, осенью, что хочется реально одеть какую-то шубу-дубу, так что, в общем-то, буду вязать, реально хорошо, хороший расход, белого ощущения, что вообще не ушло абсолютно, коричневого тоже тут совсем-совсем, ну, коричневого, да, тут действительно совсем чуть-чуть, тут, я не знаю, может, метров 6 каких-то я использовала. В общем, вот такой вот процесс, я очень рада, что я начала, и у меня сейчас есть такое прям дикое желание его поскорее добить, ну, как минимум, кокетку, да, чтобы жаккард закончился, и потом можно в спокойном темпе вывязывать рукава, тело, да, и все остальное. Так что, в общем, вот такие вот у меня процессы. Сегодня понедельник, как я уже сказала, поэтому на эту неделю у меня много планов, да, я надеюсь, что я прям хорошенечко все попродвигаю. Плюс я закончила кардиган, я вам вставляю фотографии, видео. Быть на руках. Поэтому, в общем-то, тоже я очень довольна, большая работа закончена, и скоро буду набирать тест, поэтому, соответственно, следите за телеграмом или инстаграмом, ну, в общем, за моими новостными каналами. В общем, все, на этом я буду завершаться, до следующего включения. Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня уже среда, по-моему, вчера ничего не снимала, сильно заболел сын, поэтому, честно говоря, вчера у меня просто день был в каком-то бреду. Но, в общем, ладно, я сегодня начала новые носки, зеленые я закончила буквально, наверное, вчера, не знаю, минут 15 за день я повязала, если не меньше, вот, но я закончила и, соответственно, решила начать новые носки, просто, знаете, как бы не хочется сейчас ничего сложного, потому что мозг занят другим, вот, поэтому, в общем-то, вот такие вот смешные носки получаются, значит, это пряжа Аркабалена, я покупала ее, не помню, правда, где, значит, она идет не на бобине, то есть она как бы бобинная, но она смотана в моточки, и моточки такие неоднородные, да, там 50, 40, там что-то 30, еще там что-то, ну, короче, в общем, всяко-всяко-всяко, вот, поэтому, соответственно, начала вязать, просто вот попались мне на глаза, думала, почему бы и нет, и вот, соответственно, начала вязать, значит, пряжа достаточно пухленькая, она заявлена 420 на 100, но, на мой взгляд, она вообще каких-нибудь там, не знаю, 400-380, что-то такое, потому что полотно получается достаточно плотненьким. Я вяжу на 64 петли, надеюсь, что мне хватит на большой размер, ну, в смысле, большой, я имею в виду мужской, там, типа 43, 44, 45, вот такого плана. Хочу вывязать практически в ноль эту пряжу, ну, лучше, в принципе, в ноль, чтобы она не болталась, вот. Но она такая плотненькая, конечно, после вот то, что я вязала Лана Гросса, как он, Cotton Bamboo, она, конечно, прям как будто в два раза толще, ну, не в два, конечно, но тем не менее. В общем,
общем, смешно ложится, конечно, узор. Так, сейчас, оп. Смешно ложится узор, очень быстро вяжется, вообще просто ших-ших и все. Ну, я говорю, что, в принципе, мне не показалось, что шерстяная пряжа у меня лично вяжется быстрее, да, потому что вот эта вот cotton бамбу, она у меня шла, как это сказать, дольше, да, потому что, во-первых, я затягиваю, во-вторых, сама по себе нитка более тонкая получается. Вот, ну, в общем, короче, вот такая вот красота, да, первая, какая у меня вяжется. И, значит, моя лапопейса, да, она продвигается. Так, сейчас одну секунду, я тут только разложусь, чтобы это было более-менее внятно и понятно. Так, так, так. Ну, наверное, вот так это будет. Вот так, в общем-то, у меня тут добавился еще один раппорт узора. В общем, вот так вот, если растянуть. Да, я просто боюсь, что петли у меня не послетали. В общем, это выглядит вот таким вот образом. Жаккард достаточно простой, но я решила, почему бы и нет, да, чтобы, в общем-то, он был с одной стороны простой, с другой стороны акцентный. Значит, я, ну, не всю, конечно, кокетку, мне еще где-то примерно раппорт надо отвязать. У меня ушел полностью вот первый моток, вот этот, который Air от Infinity. Значит, и, соответственно, я сейчас буду присоединять вот этот. Он светлее, но с учетом того, что будет жаккард, то есть я думаю, что это будет смотреться симпатично. Я решила оставить два вот таких вот мотка на низ, ну, соответственно, то есть на длину и на рукава, да, потому что, ну, как бы, этот проще вписать в жаккард и хотя бы, да, какую-то растяжку сделать, чем потом заниматься непонятно чем. Вот, ну, коричневый, соответственно, у меня немножко уменьшился, но не особо. Вот, белый тоже самое уменьшился, но не особо. Тут, в принципе, их не так много надо. Вот, поэтому я потихонечку продвигаю, значит, ну, когда есть время и можно немножко сосредоточиться. То есть я же говорю, что здесь нет ничего прям дико сложного, но все равно, да, необходимо сосредоточиться. Вот, ну, и мне нравится вот это вот сочетание. То, что переходит плавно в коричневый, и потом, соответственно, выходит снова. В общем, тоже такое акцентное местечко будет. В общем-то, зеленые носки я закончила, я вам уже говорила, постирала, сушатся на блокаторах. Завтра, надеюсь, подключусь и покажу. Вот, носки, которые из Беривежи, я пока что не продвигаю. Вот, потому что, ну, как бы, одна пряжа красит, я вам говорила, да, и не хочется руки свои пачкать. Особенно, когда я вяжу, допустим, вот эту светлую и так далее. Вот, ну и, в принципе, все, да, я больше ничего нового не начинала. Значит, кардиган я вам, по-моему, говорила, да, что я закончила, и буду сейчас набирать тест-группу. Вот, я не помню, если я не вставляла фотографии, то я вам сейчас вставляю фотографии, чтобы вы оценили, посмотрели. Если хочется в тест, то можно мне написать. Вот, это будет универсальный размер, то есть, ну, скорее всего, по ширине это будет там до какого-нибудь 52-го, 54-го, вот, и дальше просто буду рассказывать, как пересчитать, если необходимо больше, ну, и пройма будет немножко варьироваться, а так, в принципе, реально очень универсальный получился кардиган, и будет две длины, у меня укороченная длина, и, соответственно, будет стандартная длина, ну, в принципе, можно хоть и в пол связать, тут уже разницы нет никакой, вот, так что, в общем-то, на этом я буду сегодня завершаться. Не особо есть чего рассказать, показать. Ну, такое тоже бывает, что делать. Вот. Так что будьте здоровы, берегите себя, берегите детей, своих любимых и родных. В общем, тогда до следующего включения. Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня уже пятница, буду подводить итоги. Значит, у меня тут, да, половое включение, потому что на фотофоне он не раскладывается. Фотофоны у меня, ну, небольшие такие, да, поэтому, соответственно, буду показывать вам на ламинате. Надеюсь, это вас не очень сильно как-то напряжет. В общем, на таком этапе единственное, что я не успеваю переодеть леску, у нас тут дрелят, поэтому я включаюсь между делами. У меня ребенок болеет, да, и он спит очень специфически, поэтому, в общем-то, я тут в таких условиях снимаю, но не суть, в общем. Надеюсь, что у нас все получится, мы успеем. Короче, вот такой вот красавец получается. Я просто довольна, вообще безгранично уже готова его носить. Вот, ну у нас тут вроде тепло собралось приходить, поэтому, в общем-то, возможно, это будет либо как верхняя одежда, либо уже, соответственно, на следующий сезон. Но я очень рада, что я его начала вязать. И, ну, в общем-то, уже, ну, не то, что прямо двигаюсь к заключению, но тем не менее. Так, короче, выглядит вот так. Давайте поближе. Значит, тут пряжи, которые я вам показывала, я потом чуть поближе, да, покажу опять же.
Узоры простецкие, да, самые такие, как бы, ну, в общем, реально простые, ничего тут такого. Вот, и, значит, низ я решила таким образом, потому что у меня остается два мотка вот этого вот Infinity, да, и я их оставила на рукава, потому что я, честно говоря, не знаю, сколько у меня уйдет на рукава. Возможно, что, скорее всего, у меня и останется, но между вот этим цветом и этим, это Infinity бирюзовый, да, а это Альпака Мода от Лана Гросса, и они, конечно, ну, отличаются по цвету. Этот более насыщенный, этот более такой припыленный. И поэтому, ну, мне не хотелось на однотоне делать разрыв, да, понятно, что можно жаккардом, но жаккард все-таки по кокетке и по низу это более логично. Поэтому я решила провязать. Здесь у меня получается один моток, и здесь два мотка, короче, два мотка вот здесь вот вывязано. Да, два мотка, все правильно. Вот, полностью вывязано. И вот здесь вот я уже перешла на жаккард. Ну, соответственно, чтобы они между собой перекликались, и коричневым буду заканчивать. Вот. Возможно, что, кстати, я еще тут вот сейчас прям подумала, что, может быть, есть смысл перейти на вот этот вот поярче и связать им резинку. Ну, чтобы как бы, да, было перекликание. Но, с другой стороны, мне кажется, будет неплохо, если и коричневая будет резинка. То есть это как растяжка такая, да, и коричневым заканчивается. Мне кажется, тоже вполне логично. Вот, в общем, вот такой вот красавчик, мне реально очень нравится, он классно сидит, понятно, что до стирки вот здесь вот все эти фолдушки при бавке петель, естественно, что они видны, да, и сзади тоже есть такие небольшие пузырики, но, во-первых, это еще до стирки, так как это жаккард, он практически всегда сжимается, да, где-то там фолдит, где-то что-то еще. Поэтому, соответственно, необходимо постирать, ну и в целом, да, это все дело разровнять, вот, ну и плюс, опять же, то есть он достаточно свободный здесь вот по линии, ну, под грудью, да, соответственно, живот, талия и все такое, поэтому, в принципе, пузырь на спине, он не то чтобы приветствуется, нет, но он будет совсем-совсем минимальный, потому что разница между, ну, грудью, соответственно, да, и спиной, она достаточно большая, я ее постаралась минимизировать, но, если честно, я не сильно запаривалась с расчетами, потому что лапопейсы для меня, да, я люблю лапопейсы такие, которые не сидят по фигуре, которые наоборот, мне нравятся лапопейсы, не знаю, может вы, конечно, со мной не согласитесь, которые по груди сидят хорошо, по плечам сидят хорошо, а дальше идут, знаете, как будто такой немножко асилуэт. Например, мне это очень нравится с какими-то брюками такими в облипку, с леггинсами, да, там и так далее. Ну, в общем, короче, я делаю под себя, так как мне нравится, потому что прямая лапопейса мне не очень нравится, слишком широкая именно везде, я тоже не очень люблю, вот, и, ну, в облипку, конечно, это тоже совсем не то, тем более, что она получается такая пухленькая, толстенькая, ну, как бы в облипку делать ее не очень хочется, так что, в общем, я надеюсь, что я сегодня добью резинку, перейду к рукавам, вообще у меня план большой, план капкан закончить лапопейсу за выходные, но тут у нас большие события, да, приезжают заморские гости, вязальная встреча, в общем-то, поэтому, соответственно, я как это сказать, ну, в общем, короче, наверное, не получится, но я буду очень-очень стараться. В общем, значит, у меня вот этот вот ушел два мотка, этого еще осталось два мотка, белого еще есть где-то больше половины мотка, коричневый, вот я первый заканчиваю, и еще есть второй, соответственно, моток. Черный я решила сюда не добавлять, потому что мне кажется, что он испортит всю эту такую нежную концепцию. Понятно, что здесь достаточно такие акцентные цвета, но все равно это очень-очень нежно, мне кажется, получается. И черный даже какими-то бубками, но мне кажется, что он все-таки будет слишком выделяться. Хоть он и не черный, он графитовый, но все равно он выбивается. Поэтому я решила его оставить. Возможно, ребенку какую-нибудь жилетку свяжу, ну или что-то такое. У меня там, извините, ножка дивана вылазит, хочет очень сильно тоже засветиться. Вот, в общем, по лапопейсе все. Буду продолжать. Сейчас вам покажу свои промежуточные процессы, минимальные. Итак, значит, смотрите, обещала показать вам эти носочки, как они расправились после стирки. Так, вот такие вот красотуны. Вообще, просто мне так нравится, прямо невозможно. Короче, вот так вот пряжа выглядит после стирки. В принципе, она не особо сильно-то поменялась, чем до была стирки. Но вот этот вот узор мне очень нравится, как он расправляется после ВТО. Становится такой гладенький, такой именно расправленный, да. То есть петли читаются. Ну, короче, это просто вообще восторг восторженный. Цвет классный. Значит, ну, эта пряжа я вам уже показывала, рассказывала про нее, поэтому не вижу смысла повторяться. В общем, очень классная пряжа. И у меня в инфобоксе, да, есть ссылка на магазин. Там
Там, правда, не однотон, там секционка, но она такая нежная достаточно, от Лана Гросса Cotton, как она, бамбу, да, называется. В общем, и там есть промокод. Я написала сама в магазин, да, говорю, что, слушайте, а можно для зрителей моего канала промокод, чтобы всем было приятно, чтобы была скидка и так далее, да. Мне с этого ничего, правда. То есть я могу единственно своим промокодом воспользоваться на свою покупку, да, но больше мне ничего не идет, вот, поэтому пользуйтесь до... В общем-то, он пока еще работает, да, действительно, и поэтому, соответственно, можно им будет воспользоваться. Значит, короче, вот такие вот носки. Значит, расход по ним 67 грамм. У меня остаток 33 грамма, поэтому, возможно, что или ребенку свяжу, или, соответственно, у меня есть еще два мотка совсем другой пряжи от Регии. Не помню, как она там, Cotton, чего-то там. Мне дарила Настя с канала «Надень шапку». У нее в магазине, по-моему, была. Но мне кажется, и сейчас есть пряжа с хлопком, который идет хлопок с полиамидом, насколько я помню. И возможно, что я свяжу те носочки. Там два мотка, соответственно, будет две пары носочков. И, соответственно, у меня останется с каждого примерно по 30 грамм. То есть 30, 30, 60 и 30, 90, да? То есть еще почти целый моток. Возможно, что либо я свяжу хеликсом, либо, соответственно, я буду просто несколько пар других вязать. Вот, короче, вот носки я постирала, да, то есть это... Так, фокус, ты давай меня не подводи. Так, значит, я, по-моему, вам показывала, да, что начинала вязать вот эти носки. Значит, один носок у меня связан, пока еще, естественно, до ВТО, такой смешной, и не могу. У меня индейцы почему-то сразу же какая-то ассоциация, вот именно с этим, да, какое-то у них вот это пончо, да, эти их перья и так далее, там, потом, не знаю, короче, мне очень напоминает. В общем, здесь получился примерно 44 размер, примерно, вот, но я думаю, что на блокаторах 45-го можно будет высушить, то есть они не супер длинные, здесь, не помню, 35, что ли, рядов, по-моему, я вязала пагалинок, или 40, наверное, 35 я вязала. Вот, я, конечно же, боялась, что мне не хватит, но вот, пожалуйста, можно было еще 10 рядов спокойно отвязать пагоренка. Ну ладно, просто пряжа, хоть и заявлена 400 на 100, но, на мой взгляд, она намного толще, она где-то 380, что ли. Или просто такая крутка, очень пухлая, или полиамид здесь какой-то пухлый. Это аркобалена, да, по-моему, я вам рассказывала, на всякий случай повторюсь, аркобалена, которая бобинная, но она продается в моточках. Эти моточки могут быть по 20, по 70, по 80, по 90, иногда бывают 100, иногда бывают 30 там 7, ну то есть короче такими огрызками. В общем, мне тут выбрали более-менее подходящее, но я же говорю, что вот еще, пожалуйста, можно этот самый. Но скорее всего, что и вот это вот я уже оставлять не буду, скорее всего, я просто либо на бросовую нитку пущу, либо просто выкину еще, потому что у меня остатков носочки просто километр. Мне кажется, можно свитер еще связать из них. Вот. Ну и соответственно начала второй носочек, то есть вот так маркер. Вот таким образом выглядит готовый моточек, ну, в смысле, почти целый. Вот, и я начала вязать. Я не подбирала секции, да, то есть я так предполагаю, что у меня где-то вот отсюда вот началось фокус, ну, что такое? В общем, где-то вот примерно, наверное, отсюда у меня началось, потому что здесь желтенькая нитка, здесь желтенькие нитки вот здесь, поэтому мне кажется, что это вот отсюда началось, но, с другой стороны, они такие пестрые, яркие, что мне кажется, это вообще не принципиально, то есть только вот это вот синее жаккард будет выдавать, да, что где тут какое несоответствие, но, опять же, да, возможно, что это будут носки мужу или, не знаю, или свекру, да, папа у меня носки вязаные не носит, возможно, будет брату, возможно, ну, короче, кому-то, да, из членов нашей семьи, вот, так что вот такая вот красота, я не могу сказать, что я дико довольна этой пряжей, да, очень многие хвалят аркобалена, 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 но я так понимаю, что есть реально оригинальная аркобалена, есть, ну, какой-то там, да, шалакрут, в общем, и, ну, я же говорю, что у меня есть ощущение, что это какая-то странная, да, носочка, то есть она вроде шерстистая, вроде такая неплохая, но на мой взгляд она какая-то немножко акриловая, ну чисто на мой взгляд, может, конечно, я уже просто избалована какими-то мериносами, качественными шерстями, да, и всеми остальными делами, но как-то, не знаю, мне было не очень приятно ее вязать, связалась очень быстро, реально быстро, то есть по большому счету, если бы я тут не отвлекалась, да, на маленького товарища, хвостика моего, и какие-то, да, нюансы, то мне кажется, вообще за день просто на лайте такой носок связать, вообще не напрягаясь. Вот, поэтому, соответственно, вот такие вот, да, у меня, значит, буду сейчас продвигать носки ручной окраски, я не продолжала, потому что красит конкретно пряжа, и я хочу купить вторую перчатку, у меня просто в доме осталась одна перчатка, именно резиновая, медицинская, но все, что-то я была в аптеке, покупала ребенку лекарства, но забыла купить почему-то перчатки, ну, в общем, поэтому я не вяжу, потому что не хочу портить, в смысле, красить руки, да, ну, а довязать, естественно, хочу, естественно. Так, значит, дальше, хотела вам еще
еще показать. Вот этот вот хлопок у меня в магазине, да, есть. Я вам показывала в прошлой поставке. Так, немножко тут его перекосила дружка. Короче, я связала образец. В общем, я тут сначала была занята тем. В общем, а наконец-то дошли руки до образцов. В общем, смотрите, вот такой вот хлопок в две нитки связан. Он вообще идет 500 на 100. То есть его, по большому счету, можно вязать и в одну нитку. Но просто я как бы пока что не готова. В общем, соответственно, это 250 на 100, очень хорошая толщина на четверке, а то и на четверке с половиной. Я вязала на четверке, но можно вязать на четверке с половиной. Вот, очень классно смотрится, не косит, пухленькая. Мне кажется, на какие-то джемпера, топы, майки, футболки, но не на бешеную жару, естественно, да. Помните, что я все-таки придерживаюсь мнения, что 100% хлопок – это не на жару, дичайшую жару. То есть это где-то примерно до 23, до 25, если вы не сильно, да, такой тепло... ну, как сказать, жаркий, да, человек, а если вам прохладно, то вот само то, на кардиганы, мне кажется, можно взять, будет просто бомба. В общем, у меня есть вот такой зеленый, есть розовая фуксия, у меня сейчас все сводится к тому, что зеленый с фуксией прекрасно сочетаются, вот, и еще куча всяких разных цветов, хлопка много, льна много, поэтому, в общем-то, оставлю в инфобоксе, да, как и всегда, в принципе, ссылку на магазин, проходите, выбирайте, есть в Инстаграме, есть в Телеграме, в общем-то, этот хлопок, действительно, девчонки, кто брал, говорят, что с виду хлопок и хлопок, да, ничего особенного, но вот именно в изделии носится очень комфортно, не закатывается, не тянется просто жутко, ну, понятно, что если вы на семерке размахайку свяжете, то, конечно, она превратится в рыболовную сеть, но я имею в виду, при нормальной плотности будет прямо огонь, вот, и он мягкий, мягкий реально, хорошо ложится, не косит, что классно, и в ажурах будет очень-очень здорово, мне вот эти дырочки понравились, я, если честно, думаю, может, топ какой-то забабахать себе из этой пряжи, ну, в смысле, может, не прям себе, да, но и написать по нему мастер-класс. Короче, буду смотреть. Вот, значит, поэтому обратите внимание, реально хлопок просто классный. Вот, и, соответственно, кардиган, который я показывала или не показывала, я уже ничего не помню, если не показывала, то вставляю вам фотографии. В общем, я наконец-то закончила кардиган, он получился таким, как я хотела, немножко укороченным, но широким, со спущенной линией плеча, и он получился вроде универсальный, но очень акцентный за счет цветов. Поэтому, в общем-то, я написала мастер-класс, будет на него скоро набор в тест в Телеграме, в Инстаграме, и здесь, наверное, сделаю в сообществе пост, буду набирать тест-группу, да, чтобы мы быстренько его протестировали и уже обзавелись классными обновками на весну, потому что, ну, кардиганы, я поняла, что в моем гардеробе это жуткий пробел, у меня нету кардиганов, которыми бы я была довольна, у меня вообще, в принципе, был один всего лишь кардиган, и то он уже не то чтобы вышел из строя, но он мне просто немножко надоел, вот, а и все, собственно говоря, больше кардиганов у меня нету, поэтому я сейчас хочу активненько приняться за кардиганы, плюс я хочу по своему же мастер-классу отвязать еще несколько, да, из разных пряж, типа, например, я вязала из лэмсвула, а я хочу связать из хлопка и какой-нибудь фантазийки, ну, типа, я имею в виду смешать несколько, вот, и связать, вообще его протестировать. Будет две длины, укороченная, ну, такая, типа, укороченная, да, кто-то скажет, что это абсолютно нормальная длина, и такая более средняя длина, вот, и по посадке он будет, ну, как сказать, такой достаточно универсальный, потому что спущенное плечо, то есть он хорошо садится, я давала подружке померить на XS, у меня M, и еще у одной подружки 50, он садится по-разному, но реально на всех он смотрится классно. Я не понимаю, в чем секрет, но я так понимаю, что это просто именно потому, что оверсайз и спущенное плечо, то есть нету никакой привязки фиксации к плечам и к, ну, там, допустим, а, и плюс то, что он без пуговиц, то есть это такой, как, ну, типа как кимоно, да, а, как на запах, можно так сказать. Соответственно, не надо его застегивать, и, соответственно, он не, ну, как это сказать, не фиксируется на определенном месте, да, то есть он больше как такая накидка, но в этом была задумка, да, сделать его именно таким. Я сначала думала пуговицы, потом я думаю, блин, ну, как бы кардиганов с пуговицами километра, я хочу именно вот такой, с одной стороны, меньше заморочек, а с другой стороны, больше вариаций по посадке. Вот, поэтому, если вам интересно, следите за новостями, обновлениями, точно все будет скоро. Все, у меня, наверное, начинаю тут сверлить, во всяком случае хотят, поэтому я буду на этом завершаться. Я в инфобоксе, скорее всего, еще оставлю ссылочку на классный сайт для блогеров, да, вы можете там сотрудничать и, соответственно, зарабатывать денежку, вот, но это, естественно, как это сказать,
Это реклама, но это именно касается блогеров, да, то есть если у вас аудитория лояльная, которая хорошо воспринимает все, что можно от вас, я имею в виду в рамках дозволенного и в рамках того, что вы советуете, то действительно интересное предложение, ну, по крайней мере, попробовать точно можно, поэтому проходите в описании, там все будет. Вот. И вдруг, если кто-то еще опоздал, в конце реально я решила вывалить на все новости на вас, значит, совместник по полосатику уже стартовал. Если вдруг вы пропустили, не знаю, не хотели, вдруг захотели, то еще можно в любой момент присоединиться, совместник бессрочный. Вот, поэтому, если что, пишите в комментариях, все покажу, расскажу, да, с вами свяжусь обязательно. В общем, все, на этом я буду завершаться. Неделя получилась немножко сумбурная, но ну, я же говорю, потому что как бы я привыкла уже за месяц, да, ребенок ходил в сад, я привыкла. И сейчас как-то сложновато немножко, да, что за мной постоянно ходит хвостик, и надо что-то тут делать, развлекать и все остальное. Вот, поэтому продуктивность, конечно, сразу же немножко опускается, хотя, опять же, я смотрю на свои готовые изделия, на лапопейсу, да, которая почти уже тело отвязано, я понимаю, что, ну, не все так печально, как могло было быть. Но всегда хочется большего, естественно, особенно вязаний. Вот, поэтому я желаю вам крепчайшего здоровья, вам, детям, мужьям, всем вашим родственникам, пожалуйста, будьте здоровы. Значит, чтобы у вас все получалось, хороших выходных. На всякий случай напоминаю, что в субботу, вдруг, если вы пропустили во всех новостных источниках, в эту субботу, 9 апреля, в 12:00 вязальная встреча в Минске состоится в галерее Минска на фудкорте. Это, по-моему, 5-й этаж. Сбор напротив салатерии, рядом с салатерией, да, будем собираться. Ну и, соответственно, сколько уже человек придет, столько мы будем сидеть. В общем, будут у нас хедлайнеры вечеринки нашей, но это пока под грифом секретно. Потом смотрите в следующем влоге. Я надеюсь, что удастся мне поснимать, показать наших приезжих гостей. Вот. И, соответственно, тогда, если вы хотите посетить эту встречу, то приглашаю вас. Как раз видео выйдет в 11, к 12 можете успеть. В общем, все, огромное вам спасибо за внимание, хороших выходных. Значит, католиков поздравляю с наступающей Пасхой, пусть все будет хорошо, мира, добра, тепла и любви. Наверное, это самое-самое главное. В общем, огромное вам спасибо за просмотр, хороших выходных и тогда до следующего видео. Пока-пока.